Всем привет! Сегодня вот будет такая у нас производственная распаковочка. Здесь такая штучка будет для меня хитрая. Распаковывается на работе. Ножичек еще недоделанный, но тем не менее уже работает. Фиглам называется так. Ну, блин, запаковано отлично. О, такой пакетик не самодельный. Ну это реклама. Вот такая вот вещица. Что-то, по-моему, желтые они были тут. Белые прислали. Короче, сверло метчик. Как это назвать-то получше? Метчик сверло. Все в маслице. В масле. Так, самое тонкое у нас М3, дальше идет М4, шах 0,7, да? Так, дальше идет М5, пятерочка, шестерочка, шах 1. Маслице такое приятно. Шестерочка, М8, 1,25. И М10, шах 1,5. Сталь, значит, ХСС. Если верить написанному. Так, ну что, каким четверочкой сверлану, что ли? Это шестерочка. Четверочку. Не знаю, какие сейчас болтик найти. Пятерочку. Давай четверочкой. Кто-то приперся. Так, ну перешли в тиски. Извините за беспорядок. Ну не знаю, что там получилось. Что тут получилось? Есть тут резьба, нет резьбы. Есть. Не знаю, как тут видно будет или нет. Так-то прикольно. Сейчас попробуем.
подберем что-нибудь. Ага, вот, видишь, правда. Ладно, все, я поехал. Так, это не то. Вот. Как всегда, в своем репертуаре. Сейчас, Саша, сейчас я поприкрою. А ну, отлично, бля, класс. Класс, так, сейчас попробую. Для чего я в основном эту штуку хотел. Значит, хочу в трубе. Сейчас. Ну, короче, бывают такие ситуации. Свищ на трубе появился. Что у нас тут нет свища? Нет, ладно. А нечем. Ну нечем вот. Под рукой нету ничего. Значит, хочу попробовать сделать вот так. Берешь свищ, отсверливаешь. Так, вот так, потом вот у нас что хотел. Потом берем, можно помазать анаэробной смазкой, а можно паклей подмотать. Так, сейчас. Ну, короче, вы поняли, кто в теме, даже лентой ФУМ подмотать, блин, сейчас поищу, если найду лентой ФУМ. Ну, не нашел ФУМ. Ладно, сейчас попробуем паклю натянуть. Правильно намотать надо. Это же не хухры-мухры. Да будет он держать. Можно даже еще и гравировку поставить. Так, отверточку. Ну ты какой попал. Ну плюс гравирок. Да будет он держать. Короче, испытаем, как подвернется случай. Так мы его испытаем. Ну все, всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Что будет интересное, я покажу.